У нас сегодня одна участница пришла, купила именно сегодня, в последний день, когда можно вступить в проект, карту, вступила и выиграла питание на один месяц. Курьер будет привозить на дом, тебе не нужно будет готовить. С утра просто привезет и останется это съесть. Ты берешь с собой и кушаешь. Какая? Вторая неделя? Да, пошла вторая неделя тренировок. Для них это уже третья, да, совместная тренировка, но и уже налицо результаты. Кто-то сбросил лишние килограммы уже. Килограммы тают. Да, кто-то избавился от лишних сантиметров. Сантиметры уходят. Много людей сегодня на третьей тренировке было, Оксан? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Почему так мало людей было на тренировке, Оксана? Потому что есть люди, которые сачкуют. Очень жаль, что на тренировку пришло всего 20 человек из 45. Видимо, слабо они хотят 45 тысяч унести домой. То есть тебя смущает тот факт, что все знают о том, что участников 45, а на тренировке было 20? Я чувствовала, что какая-то будет провокация. Смущает? Нет? Да. Плакова Юлия. Меня зовут Юлия. Я вообще необычно попала сюда. Карту она купила, не купив пальто. Хотела очень похудеть после родов, после вторых родов. И поэтому решила, что да, пора уже привести свое тело в порядок. И у нее есть возможность выиграть 40 тысяч рублей. Не купила рублей. Пальто, купила карту? Да. Она шла покупать она пальто? Сказала, нет, муж ей привез пальто. Она заставила мужа поехать и сдать пальто. Пальто и купила сдать карту? Пальто. Вообще. Пойдем мы худеть. Куплю я себе красивое новое пальто, но уже другого размера. Вот так надо стремиться к своему новому телу, к лету. Меня зовут Иван, я представляю компанию Fresh Diets. Занимаемся организацией здорового питания, доставляем диетическую еду, посчитанные рационы на дом. Ходить в магазин, выбирать определенные продукты, потом какие-то рецепты определенные подбирать, готовить дома, высчитывать количество калорий. Ну, а мы, так скажем, упрощаем весь этот процесс. Нет, я не ела. Я просто после тренировки перекусила творогом, поэтому уже все. Таня любит вообще халяву. Я чувствую себя Леной Летучей в ресторане. Я думаю, что это куриные паровые котлетки. Супчик, мне кажется, это брокколи. Все, кто хочет с нами сотрудничать, приносите нам свою продукцию, и мы будем сотрудничать. Работаем за еду! Да. Сплакова Юлия. Что надо говорить? Я счастлива, никогда ничего не выигрывала, наконец-то, вот она. У меня тем более двое детей, им готовить, и теперь мне не надо будет готовить себе хотя бы, ура! Ну какие тут могут быть еще эмоции, я не знаю. Сегодня пришла первый раз на тренировку, ну и такой вообще сюрприз для меня был. Это то, что выиграла
месяц питания очень сбалансированного, вкусного. Очень рада такому подарку. Спасибо организаторам. Молодцы, классно, вообще супер. Очень счастлива, очень довольна.